в Россию. Ребята, смотрите, а вот мы спустились в вестибюль. Смотрите, как здесь все делано. Значит, вот три лифта, соответственно. Здесь, вот смотрите, банкеточка такая. Очень симпатичные такие светильнички. А, смотрите на потолки. Потолки вообще просто шик, модерный блеск. Очень чистенько. Я надеюсь, что компания будет продолжать, соответственно. Знаете, как отделанные. В сравнении с тем, что я сейчас живу, считается крутой дом. Это дом просто вообще куда круче. Вот эти все вот такие отделочки, да, такие дизайны. Вот картина, вот эти, знаете, зеркала какие. Вот написано гарантия. Холлы потрясающие. Так, а тут у нас что-то? Что тоже просто зона, типа зона отдыха. Так, если что, ко мне, вот к Наташе сразу я вас отправлю. Дам телефончик. Пишите, кому интересно, вот тоже смотрите, как у потока. А это здесь что будет администратор, будет какой-то сидеть? Здесь управляющая компания на данный момент, да. Да. А, и колясочные. Здесь можно будет оставлять коляски, какие-то велосипеды, да, такое все. Ну, смотрите, ну что это, не потрясающе разве? Просто потрясающе. Так, ну что, посмотрим двор. Пойдемте, ребята. То есть, видите, все на биометрии, руку приложили и зашли. Знаете, какие... Все на... А здесь тоже тачскрин через QR-код, да? Отлично. Так, а это вот, смотрите, двор. То есть вы вышли из дома. Вот там, значит, заповедник и Кубань. А вот двор. Ой, боже. По траве гулять можно. И уже лежачки. А вот это что такое там натянут? Это для чего? Что-то они там делают. Дровака, смотрите, какая... Что-то для чего-то они тут это... А, да, может заменять будут вот этот момент. Он там все с поливалочкой. Ветер очень дует с Кубани. Вот что сравните с разницей с центром города, да, где вот я живу. То есть здесь идет ветер с Кубани идет. Видите, вот этот дом, ребята, сейчас я вам покажу. Вот смотрите, вот дом. Но это не мой дом, мой еще достраивается внутри. То есть этот дом, смотрите, он стоит перпендикулярно Кубани. Мой дом будет стоять вот так горизонтально Кубани. У меня все окна будут выходить на Кубани. У меня на 24 этаже так называемый пентхаус. Смотрите, вон всякие можно качельки, там еще детская площадка. Смотрите, трава такая, по которой можно ходить. Нигде не написано, что не ходите по газонам. Здесь, значит, несколько подъездов, в каждом подъезде такой, соответственно, такой же точно интерьер. То есть... Очень. Мы тогда смотрели с вами, только тут все начинали все это устанавливать, да? Гляньте, какая детская площадка. Давайте подойдем. А вот это что такое? Это стоянка для велосипедов, наверное, да? Здесь изначально площадка будет, да? А заезд будет сюда или там доставка только? А доставку через подземный паркинг. То есть, смотрите, мы находимся сейчас вот на этой площадке. Под нами два этажа, да, подземки? Два этажа подземки. Смотрите. А машина, вон ваша машина будет парковаться под землей. Ой, тут у них даже какая-то такая галька. Гравий, да, какой-то миленький. Смотрите. Какой миленький гравий. Это лучше, чем песок, потому что песок, он вечно кругом залазит, его не вытряхнешь. Что это, какой-то змей какой-то? Что это такое? Что за змей? Как качеля. Ой, обалденно. Смотрите, какие-то вообще, ну, беседочки. Вот это креслочки такие. Все продумано. Вот как прохладно, да? Вот жара это стоит. Теневой навес. Все, смотрите, в современном таком стиле. Ну вот, я говорю, мы тогда еще только видели начало, наметки. Я когда увидела вот весь этот объект, я сразу поняла, что это мое. Будем брать. А это тоже вентиляция для подземной, да, вот это вот стоит? Через парковку сюда подниматься, понятно. Ну, посмотрите, какие здесь площадки. Как детям здесь будет классно по вот этому мелкому этому гравию гонять. Надеюсь, у меня будут внуки, которые тут будут как бегать в итоге. Ну, возле нашего дома будет такая же площадка, да? То есть возле каждого дома. Понятно. А, то есть еще тематическая зона. То есть здесь... очередь, во втором, получается, там, где ВВП, там фонтан. Фонтан. Ой, какая прелесть. Еще фонтаны. Но заходить может каждый только в свой дом. Все могут, да? Потому что везде нет.
То есть, если дети ваши живут в этом доме, а в соседнем доме живут друзья детей, то они могут друг к другу ходить, в принципе, в гости. Да, застройщик, конечно, вот они говорили, критиковали, что цены, да, но так они цены того стоят. Вы посмотрите, как застройщик все сделал, какие кругом всякие разного рода качельки, навесики, действительно высокого качества площадки все вот эти. Вон там еще мишка какой-то, да? То есть на ту сторону, где вот мой дом строится, туда сейчас вообще никак нельзя попасть. Угу. Но туда раньше же вот возила машина оттуда нас, да? Уже сейчас мы не... можем пешком пройти. Мы можем пешком пройти. Хотела просто вот пока, ну, посмотреть, до какого состояния достроено. Да, впечатление, конечно, потрясающее от того, что застройщик сделал. Наташа, а уже следующие объекты где-то строятся? На заканчивание этого, да? А это мишка для скалолазания? Да. На нем такие какие-то штучки. Наполнение, здесь опилка. Опилки, да? И мишка, смотрите, какой классный. Вы знаете, сейчас очень, Наташа, большой запрос на возвращение в Россию. И многие интересуются Краснодаром. Вот. А когда дело доходит до Краснодара, я говорю, даже у меня увидели диванчик ваш. И то спросили, Юля, где диванчик? Я говорю, это же этой же компании, дайте я вам. Я вам еще не заказала, я думаю, потяну немножко все равно еще. Потому что раз оказывается, ну, в декабре только все равно ключи. Даже если 3 месяца будут делать. А въедем только все же, поэтому пускай побудут. Ну, да. Я все равно с ними созвонюсь, уточню, ну, с учетом того, когда мы получаем квартиру, когда лучше заказать. Чтобы он не стоял, чтобы мне его не таскать туда-сюда. Диванчик очень нравится, я думаю, что я его заберу, ну, я его продавать не буду, я его сразу заберу к себе. Очень удобный, мягенький, видите, какой. А знаете, кто спросил про диванчик? Из Германии подписчик. Да, он говорит, я живу в Германии, увидел диванчик, прям то, что надо. А это какие-то тоже, зоны отдыха. А вот это вот, это мостик какой-то или что вот это? Или это забор так стоит? Это забор. Забор. Mm-hmm. Так, ну все, пойдем обратно, жарко. Видеокамеры, да, наблюдения стоят, я смотрю, вот. Угу. На тоже современные, модерновые, смотрите, какие вот эти столбы. То есть все, кто купил квартиры, они сейчас просто ремонтируют. Никто не заезжает. 5 семей только заехал. Ну, примерно, да, вот здесь где-то ездили. Обратите внимание, что окна вот с обратной стороны черные, внутри белые, да, а с обратной стороны черные. Или в зависимости? Нет, они весь, это дополнительным напылением, они специально так сделаны. А рамы же черные? А, рамы, да, это специально, чтобы стиль был. Стиль, да? А внутри белые? Да, внутри белые. А вот эти два дома, они уже заехали люди туда или еще? Я помню, что это был долгострой, который компания выкупила и достраивает. Но они уже, по-моему, были еще готовы, да? Не выдавали еще, да? Угу. То есть эти два дома, видите, они немножко выбиваются, хотя сделали отделку такую же точно. А это ваш дом, да? Это вот этот вот был долгострой, который компания достроила. Ой, вы знаете, я говорю, по американским меркам, я смотрю, сколько всего включено. Земля и небо, и качество строительства, и отделочные материалы. Не сравнить, это керамогранит, кирпич вот этот специальный, да, вы тогда говорили, что да, специальный. Перепилы. На стеклах специальное напыление. Вот это продумывание деталей просто восхищает. Я говорю, ну вот я видела другие комплексы, но я не вижу такого качества. Поэтому вот ты когда люди говорили, что цена соответствует качеству. Видите, через QR-код все зашли. Потрясающие холлы. Так, а мы теперь куда идем? Парковку, да, идем? Идем на парковку. Очень-очень достойно. Вот, насколько все продумано. Вот такие светильнички, да, какие симпатичные. Я вот помню, что критиканты, которые просто, видимо, цена возмущала, они этого ничего не предоставят. Это только слова, это замануха, а этого не будет. А на самом деле так все получилось. То есть и школа строится, да, и классные вот действительно и лифты, и ландскейпинг просто потрясающий. Ну, ландскейпинг это... травяной вот этот без... на английском я говорю. А как он по-русски сказать? Ландскейпинг.
декоративное насаждение, да, насаждение, ну, бывает иногда скуки. Так, первый этаж, это уже мы, это парковка, да, угу. То есть первый этаж, это зона парковки, смотрите, отсюда будет заезжать, вы будете заезжать сюда, и вот ваши парковочки, а где у нас вот где гаражи? А вот они как раз таки. Сейчас мы покажем, потому что я-то купила гараж, у нас кладовка. Значит, видите, вот, то есть можно купить и гараж, не просто купить паркоместо, вот вы их видите, да, эти паркоместа. А паркоместа тоже с видом, я даже не знала, что они с видом на улице. То есть гаражи, в принципе, есть освещение натуральное. Ребята, такого я не видела вообще нигде. Смотрите, что здесь окна стоят. Вот, то есть у вас стоит машина с видом на улицу, а это гараж. А вот такая у меня, да, вот типа кладовка, или у меня гараж побольше просто размер? У меня большой гараж, да. Кстати, Наташа говорит, что гаражи уже сильно подорожали, так же, как и паркоместа. И заехать из квартиры вы можете попасть на парковку в подъезде, да? Вот тоже гаражи. А в гаражах можно ставить свои эти ворота, да? Вот такие вот роллеры. Угу. Вот смотрите, видите, какие большие гаражи. Вот. То есть сразу купили себе гараж. У меня еще гараж и кладовка, потому что я подумала, надо сразу в кладовку что-нибудь ставить нужное. А нужное всегда есть. Что полы интересные какие-то. Сейчас пройдем работника. Это заливной какой-то пол, да? Так, а здесь мы что смотрим? А, да, с кладовкой гараж сейчас посмотрим. Вот, то смотрите, значит, вход не только через гараж можно попасть, а можно просто в кладовку отдельно через холл, да, попасть, получается. А в гараже вы можете установить еще потом вот эти вот ролеты, которые... Так, не туда, да? Угу. А это будет уже коммерция там, да? Угу, то есть здесь будет какой-то из магазинов. То есть можно, в принципе, плохая погода, попасть в магазин через парковку, да, как-то, или через холл. Отлично. Особенно, если во второй очереди будет спортзал, это, как говорится, если вы на пенсию приехали жить, то... Дверь открыта. Ясно? Дверь открыта. Вот умная, умный дом, умная дверь. На минусовой, да? Угу. А это здесь уже просто парковые места, да? Посмотрите, что я вот поражена, такого не видела никогда, что в гараже... Смотрите, что окна в парку, в гараже окна какие, витражи целые, да? Так, Наташ, куда мы дальше идем? На минус один этаж еще, да? На минус один этаж, это там, где у нас гаражи с кладовкой, вот. А вот это вот все стройматериалы, это люди в квартирах, да, делают? Угу. То есть тут уже дом готов, сдан, а люди себе ремонтируют что-то. Может, даже мебель перевозят уже, да? А вот одна из кладовочек. То есть кто хотел купить себе кладовку, видите, у них еще есть сразу возле лифта кладовка. Вот. А некоторые купили себе гараж с кладовкой, как я. Представляете, вот я говорю, просто мы как-то, может, тогда не попадали на первый этаж, мы сразу ездили кладовку, смотрели. И тут вот этот вот вид, я думаю, это очень многих впечатлит. А то, что... тоже будет на первом этаже, то есть тоже будет свет. Так, а кладовка? А то есть это не в этом доме, это в том доме, да, будет, да? Вот в этом литере у вас получается на первом этаже, не на нулевом гараж. Угу. Там то, что там освещение будет. Отлично, то есть да. Даже вдруг что-то со светом случится, то будет видно. Но вообще я так думаю, что здесь, наверное, предусмотрены какие-нибудь... Эти, как их называют? Станции. Да, станции, да. То есть, если электричество где-то включается, то будет включено. Ну, по крайней мере, элеватор, лифты будут работать, да? Это элеватор по-английски. Так, сюда, да? Люда. А, вот с холла, да? С холла мы идем. Вот, дверь сама открывается. Чудо техники, представляете? Чудо техники. А вот эти кладовки, смотрите. Гаражи. То есть это мы спустились на уровень ниже. Да. Это мы уже под землей. Вон у людей стоят, смотрите, уже BMW какие тут шикарные. Большие, некоторые гаражи прямо очень большие. Свет, смотрите, автоматически включается, когда мы подходим.
Ага, вот, смотрите, вот, вот такого плана. У меня еще больше, да, гараж. И, то есть я себе хотела сразу большой гараж, на том случае, что можно поставить гараж и вдоль стены, допустим, какие-нибудь полки. Но тут будет еще стоять дверь, то есть вы можете сами поставить дверь себе, да. Я поставлю дверь, еще будет вот такая кладовка. Но у меня она будет длиннее, потому что у меня гараж будет больше. Вот, смотрите, стены побелены, уже покрашены. Здесь даже есть уже пол такой вот, как и здесь. Это какой-то заливной, да, специальный? Не тормозили, да? Угу. То есть это, по-моему, называется печатный бетон или что-то такое. То есть он уже сразу, вам даже не надо ничего делать на полах, полы готовы, стены тоже, не надо с ними ничего делать, уже готовые стены. Кладовку вы себе поставите, дверь, а свет сам включился. Да, или поставьте себе ролет, ставится ролет здесь. Но в этом конкретно можно ставить ролет, то что здесь вот, везде можно. Чуть ниже, да, чуть ниже, здесь, например, будет стоять какая-то панель, а здесь чуть ниже будет ролет стоять. И пришли, включили, и у вас даже дверь не надо в кладовку ставить. Хотите дверь в кладовку, там можно всякие колеса там хранить, для машины всякие вещи, может быть, даже закатки или закрутки. Вообще, ну, я считаю, что очень все сделано достойно, полы вот эти вот для гаража, вообще сам гараж. Видеонаблюдение. А здесь так прохладно, это кондиционер или потому что мы под землей находимся? Под землей. Вы знаете, прям вообще климат потрясающий. Вот заходишь, как будто действительно центральное кондиционирование везде. Но я считаю, что это один из лучших комплексов в Краснодаре. Вот видите, люди себе уже поставили себя в гаражик. У него тоже кладовочка там маленькая какая-то есть. Потрясающе, да. И вот видите, проходишь, свет включается, раз. Без кладовки, да, но очень большой гараж, да. Мне нравится, что готово уже все, то стены, не просто какой-то бетон, а уже все, стены покрашены, либо там кирпичом каким-то сделаны, либо ну, просто чистые стены, то есть не нужно ничего с ним возиться. И пол, представляете, какой потрясающий пол в гараже. Просто прелесть. То есть уже готово все, ничего не надо выдумывать. Ставьте себе вот эти вот ролеты на дверь, и все. И вот у вас пошел вход снова. Здание. Да, отделочный материал и технологии, я считаю, что... Видите, тут я еще выглядываю. Да. Дверь открылась, видите? Вот. Потрясающе. Один большой лифт, один поменьше, да? Чуть-чуть поменьше. А в этом 16-2, а где 24, там будет 3 лифта. Ну, это достаточно вполне, чтобы не стоять в очередях, попасть в лифт. Отделка очень все достойна, гаражи, вот особенно вот тот гараж, который со стеклами, просто вообще бомба. Просто вот это грузовой, видите, побольше этот лифт, минус первый этаж. Да, когда все откроется здесь, да, вот на смотрите, обратите внимание, это логотип, гарантия на обрывной. Вот, не забываем, что обращаемся к Наташе, то есть вы мне можете написать, а я вас быстренько с Наташей соединю, вот. И может быть от хорошего клиента можно Таша вам какую-нибудь еще скидочку сделает за там дополнительную площадь. Вот я диван получила, так что смотрите, может и вы получите что-нибудь. Постоянно компания проводит разного рода какие-нибудь там, да, акции. То есть попадете на какую-то акцию, что-нибудь вам подвалит. Вот мне диванчик, да. Опять смотрите, еще раз показываю мое восхищение этим гаражом, который с такими окнами, с таким, просто гараж с видом, ну как так можно, да? Где такое, я такое никогда не видела вообще в жизни, чтобы парковка была с видом на этот самый, на двор, очень красиво, светло, так, и мы выходим уже на улицу, да? Ну, у меня очень хорошее впечатление, никакого, я боялась, что дома приеду, может быть, что-то не понравится, или еще медленно там, допустим, строят. Ой, очень нравится. Очень хорошие гаражи, симпатично, все отделано. Вот. Осталось только дождаться, получить ключи. Все, умные дома, видите, нас там показывают по телевизору, умные камеры. Так, да-да-да, то есть это вот этот вот ролет, ворота, которые будут опускаться. Они, видимо, тоже с каким-то пультом управления, да? На данный момент здесь сидит охрана. Ой, здрасте, просто минуточку. Там
А подъедете, заберете нас с первого дома. Ага, все, давайте, да. Угу. Вот здесь камеры, где все контролируется, все смотрится. Ага, вот тут. А, нельзя, да? Нельзя. Все. Мы не будем тогда. Все, все. Выходим, да? Зажарят нас сейчас на улице. Ребята, при этом на улице жара, но свежий такой воздух. Вот это вот он за нами приехал или нет? Нет. Еще не за нами. Значит, смотрите, вот эта школа строится. Так, рядом школа строится для одаренных детей. А мой дом не этот, и не этот, и не тот. А мы когда будем ехать, мы не сможем, да? Так что ждите. Так, это экскурсия приехала смотреть дома, да? Вот, вот так это все выглядит. Голубое небо. Школа рядом будет совсем. То есть и везде, везде стоят камеры наблюдения, везде стоят столбы освещения. То есть если ваши дети будут идти, можно будет отслеживать, да, по-моему, было где-то в рекламе, что можно будет отслеживать, как дети идут в школу, да. То есть если вы на работе, а дети пошли в школу, то вы сможете отслеживать, как они идут. Но я считаю, что даже те, кто приезжает уже просто на пенсию, да, то есть и вы не хотите утруждать себя в этом огромном, жить в огромном доме, в котором вы жили в США, вам это не надо больше там ухаживать, вы не хотите ухаживать за своими дворами и так далее, то здесь все есть, все есть. Если хотите природу, вы вон потом спустились в Кубани, посидели там, отдохнули, посмотрели на речку, подышали свежим воздухом, погуляли по этому красному куту заповедной зоне, вот, и вышли на двор, у вас все, все есть на дворе. Так, теперь отсюда мы сейчас дождемся нашу машину, которая нас возит. Видите, сколько людей приехало на экскурсию. И мы поедем посмотрим мой дом, который в процессе строительства.